Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по рекламной платформе CryptoJames со своей внутренней монетой. Друзья, я писала видео год назад по этому проекту. Это зарубежный проект. Я здесь очень усердно работала. Так вот, главная страничка. Вот. Проект он без вложений и с вложениями. С вложениями это по желанию. Я же здесь усердно работала, друзья. Возможно, моя информация будет полезна кому-то. Я в общих чертах объясню, что и как тут делать. А если вас зацепит проект, изучайте проект, переводите на русский язык. Вот, можно вот перевести это все, изучить. Ну, кто не знает, если захочет присоединиться, регистрация простая. Вводите имя, email, username, то есть логин, пароль. Переводите сюда галочку, нажимаете регистрация. Вам на почту придет письмо. Нужно будет подтвердить электронное письмо. Так как все оповещения, все через почту. Вход по логину и паролю. Значит, буду продолжать по мере того, как захожу. Вот так. И заходим. Как я уже сказала, я здесь усердно работала. Искала я информацию. Информация только на иностранном языке. Ничего не понять. Я забрасывала его. Потом обратно я возвращалась в этот проект. Опять бросала. Потом опять вот вернулась. Значит, за каждую авторизацию нам начисляют 3 монетки Джеймс. Ежедневно мы заходим сюда, плюс сразу 3 монетки уже есть. Нажимаю вот на эту вкладочку. И далее здесь вот переведете. Вот у меня куплен один стек. Уже это я потом вам все покажу. Вот. Вот я стек купила, друзья. Я вам объясню это все. Абсолютно без вложений. Ну, стек это, назовем своими словами, ну, типа пакет, который мне приносит доход. Уже начал приносить фиатные денежки уже, которые я смогу уже вывести. Сейчас вот у меня активный пакет. Вот это у меня баланс на вывод. А это вот у меня джемы. Вот это местная монетка. Значит, мы не сможем купить пакет, пока мы не сделаем апгрейд. Не обновим свою учетную запись. Учетная запись стоит, самая дешевая, $10, друзья. Или же абсолютно без вложений 10 000 вот этой местной валюты, джемы. Набираем 10 000 вот этих джемов и обновляем свою учетную запись. У меня было на собирата 10 000 монет. Я абсолютно без вложений обновила свою учетную запись. Вот эта вкладочка «Финансы». Кликаем на нее. И здесь что мы? Это вывод. А вот это мы меняем. Кликаем Exchange, обмен. Кликаем на синюю вкладочку. И вот у меня 10 000 монеток было. Я насобирала абсолютно без вложений. Напоминаю, если вы будете вкладывать, это уже ваша проблема. Но хочу сказать сразу, что проект платит. Потому что я видела недавно скрины выплат. Так что все это... Потому я и вернулась. Начала вот искать информацию. Я вот все это время искала. Значит, вот у меня было 10 000. Я обновила свою учетную запись. После чего у меня там появилась
Надпись, что нужно купить стек. Самый дешевый $3. Опять же таки, абсолютно без вложений, я набрала этих 3000. 3000 это $3. И я купила себе вот этот пакет за 3000. Вот у меня один пакет. Теперь, естественно, я буду наращивать. Вот. Ну, здесь вот у меня не кликабельно, потому что у меня нет монеток. Возвращаемся на домашнюю страничку. Значит, как набирать эти монетки, друзья? Вот у меня стек ЕС. 3000 монеток. Здесь как бы майнер. Сейчас я вам покажу. Вот здесь, когда я просмотрю майнер весь, у меня здесь будет вместо нолика 117. Как бы кэшповеров этих намайнено. У меня есть рефералы, но они не активны. Надеюсь, моя информация будет вам полезна и вы поймете. Потому что мне, я знаю, что есть несколько человек, тоже по незнанию, я так понимаю, как и я, перестали работать. Значит, как собирать вот эти монетки? Вот это обязательный майнер. Здесь мы перебрасывать нас на страничку. И вот здесь по нулям должно быть вот здесь 117, как бы кэшповеров. Каждая просмотренная ссылочка, кликаем, опускаемся ниже. Вот на эту красную кликаем и просматриваем майнер. Он очень все это быстро просматривается, идет таймер. Переводим вот стрелочку, кликаем. И каждая рекламка нам приносит 5 джейм монет вот этих. И опять. Кликаем. И вот этот майнер нам приносит 100 с чем-то монеток. Ну, вот я уже не помню, 160 с чем-то или 180 с чем-то. Как-то так. Возвращаюсь. Вот видите, у меня 10 как бы джеймс монет. Нет. Сейчас я переведу. Здесь такой корявый. Вы сегодняшний уровень мощности равен 10. А прогнозируем заработок джеймс. Ну, начисление у нас только на завтра. Мы сегодня смотрим, на следующий день мне только начислят. 22,5 джема. Вот. А должно быть 117. Более 117 мы не просмотрим. Это обязательные просмотры. Ежедневные задачи, как бы так. И за это вот нам идут начисления в фиатных денежках. Это вот у меня уже как бы. Также можно... Сейчас я поставлю на оригинал. Просматривать на серфинге. Значит, майнер это обязательно просматривать. И вот эти монетки завтра. Вот видите, у меня уже вместо нолика стало 10. После я уже за кадром это все просмотрю. Значит, где у нас? Так, это от... Желтенькую мы нажимаем. И вот здесь это уже серфинг, друзья. Он просматривает по одной монетке. И там вот по 0,5 монеток, 0,25. И вот по 0,25. Также мы просматриваем. Кликаем. Далее кликаем вот на эту вкладочку. И опять же таймер идет. И, как видим, капча здесь наипростейшая. И сюда. На синенький. Вот 0,25 джемов мне заплатили. Ну, это уже идет сразу на баланс. А с майнера только на сегодня смотрим, завтра идут начисления. Вот у меня 602 монетки уже джемов. Когда у меня будет еще 3000, также я... как бы смогу прикупить еще
один стек. Так, далее что? Это я вам рассказала. Вот тут биостек. Опускаемся ниже. Вот здесь мы будем покупать. Здесь как бы 5 стеков, $15. Далее кликаем. Вот я один стек купила за $3. И здесь вот уже как бы расценки идут. 3, 6, 9, 12. Ну и по нарастающим. Когда будет, что вот я выбрала один стек за $3. Далее нажала Next, как бы. Ну, здесь уже как бы предлагают за деньги. Pair, Perfect, Coin Empowerment и вот это я не знаю что. Если я кликну на Pair, меня перебросит на Pair кошелек. Как бы оплачивать. Вот. Ну, это я уже сказала, друзья, по желанию. Дальше давайте я переведу на русский. Ну, с этим разобрались. Давайте теперь как бы вот здесь по вкладочкам немножко. Так. Увеличение веса для размещения ставок. Обновить. Ну, вот это также нам предлагают сделать апгрейд. Апгрейд делается один раз, и он у вас пожизненный. Вот у меня на $10 сделано. Вот. И как бы он у меня... Мне уже больше обновлять не надо. Если я только захочу купить за 20, вот $10 низкий. $20 и самый дорогой $50. Вот. Опять же таки говорю, это по желанию. Это ваше право. Как говорится, дело хозяйское. Далее вкладочка руководства. Здесь это можно перевести все и прочесть. Опять же здесь вот это апгрейд. Это все вот здесь кликаете и читаете. Так, что приборов? Тут очень так вот. Далее реклама. Можно рекламить также свои проекты. Вот. Сейчас поставлю на оригинал опять, потому что все смещается. Вот. Бью. Это за деньги не то. А, бонус АДС. Так. Вот за джемы. 50 джемов можно как бы... Да, это все. 100 джемов. Сколько вы хотите потратить джемов на рекламку? Ну, например, 50 джемов. Да? Кликаем. И здесь переводите на русский и читаете. Здесь тема. Здесь реферальная ссылка. Сколько вам здесь нужно? 5 посещений по 10 джемов. Таймер 20 секунд. Далее кликаете и вот здесь уже смотрите, сколько вам надо посещений. 200 посещений, 7 секунд, ну и так далее. 0.25 джемов за посещение. Так, ну это все, это уже за джемы. Я их, конечно, не буду пока тратить. Я рекламила, друзья, здесь свои проекты. Вот, тратила эти джемы. Что было, то было. Потому что тоже, я уже как сказала, не знала, как здесь не разобравши было. Так, реклама. Здесь ставки. Вот моя ставка. Я купила 11 числа я купила первый вот этот пакет за $3. И вот он мне теперь идет мне начисление. Добытые пробки. Вот это как бы дата сделка. Здесь как бы награды идут. Что статистика такая вот. И далее блоки. Здесь это типа лотереи. Как бы награды можно выиграть. Вот это вот мои блоки. Если они тут совпадет, как бы можно что-то будет выиграть. И финансы.
обменять свой заработок. Это я вам показала. А здесь снять со счета. Вот. Минимальная сумма. Вот. Все смещается. Надо ставить на английский. Так, минимум вывод $10. 10.53. Вот. Но у меня на данный момент 3 цента. Когда будет кошелек, я прописала. Сейчас я вам все покажу. Возвращаюсь. Так, финансы. И здесь реферальные ссылочки. Здесь очень много реферальных ссылочек. Ну, вот это основная. Свою я оставлю в описании под видео. Если здесь как бы аэродропы бывают. Вот. И вот, что здесь у нас? Вот, страница заставка 1, заставка 2, 3, 4, 5 заставок. Можно как бы это все. Тоже реферальные ссылочки. Вот. Здесь темы. Вот. Здесь рекламные письма. Здесь очень-очень баннеры. Очень всего. Вот. Так. Чтоб приборов. Далее. Поставлю я на английский опять. Вот здесь аватарка будет. Сюда наводим мышкой. Профиль. Сеттинг. Здесь ваши данные. Значит, как прописывать, друзья, платежные реквизиты. Я прописала Payeer. Вы же выбираете, что вам надо. Биткоин, Ethereum, Litecoin, Payeer. Если вы, ну, например, вот биткоин, да, вы прописываете сюда адрес кошелька, ну или Payeer. Я как вот прописывала, чтобы мне на Payeer было. Сюда прописали Payeer кошелек. Сюда прописываете, вот в эту вкладочку прописываете пароль, который указывали при регистрации. Сюда вы повторяете пароль, который вы указывали при регистрации. Сюда номер кошелька прописываете. Нажимаете далее на синюю вкладочку. Вам на почту приходит письмо. Кликаете по ссылочке, чтобы обновить... сохранить ваши платежные реквизиты. Возвращаемся. Вот здесь вот сами уже тут. Ну, это то же самое, что вот и здесь. Вот. Уже сами вот и погуляйте. Есть суппорт. Поддержка отвечает. Но также читайте вопросы-ответы. Вот. У них бывают аэродропы. Я ни в одном не участвовала. Так уж сложилось. Спасибо за участие. Ну вот завершен. А надо следить. И бывает, что можно выиграть Джеймс монетки. Как бы. Ну что, друзья, вот такой вот проект. Надеюсь, моя информация была вам полезна. Я вам все рассказала. Показала на данный момент то, что знаю сама. Хотим работаем, хотим не работаем. Это ваше право. Никто никого не принуждает. Вот. Изучайте проект. Всем удачи, больших заработков. Я как наберу еще 3000 монет и буду покупать стек. И попытаюсь записать, если у меня получится, как бы все это проделать в режиме онлайн, чтобы вам показать. До новых встреч!